Привет, друзья! В России наращивают производство модернизированной САУ М100-СМ2. Модернизированная САУ 2С33 имеет значительное конструктивное отличие. На ней установлена новая автоматизированная система управления огнем. Увеличена прицельная скорострельность до более 10 выстрелов в минуту. Применение цифровых электронных карт существенно ускорило ориентирование на местности и увеличило скорость развертывания орудия на позиции в 2 раза. Благодаря модернизации САУ М100-СМ2 может легко наводиться на цели, данные о которых получает с БПЛА. Новая автоматическая система управления огнем увеличила скорость наведения в 1,5 раза. В САУ появилась функция одновременного огневого налета, когда огонь ведут сразу несколько САУ с разных позиций. САУ 2С33 оснащена орудием 2А65 калибра 152 мм. Гаубица оснащена программируемым комплексом заряжания и может вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь» на дальность до 29 км. Боекомплект САУ – 50 снарядов. САУ М100-СМ2 развивает скорость до 60 км в час и имеет запас хода более 600 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.